В этом году сложно отмечать День Победы. А для некоторых, включая меня, невозможно. В этом году необходимо понять, что Вторая мировая война осталась для нас невыученным уроком. Антивоенные лозунги истрепались, страх перед войной исчез, а вместо стремления к миру во всем мире появился запрос на новую глобальную войну. Что же мы, современное общество, должны сделать, отдавая долг жертвам всех прошедших и идущих войн? Один из предметов, что я преподаю в университете, — теория эволюции. Это именно та дисциплина, которую стоило бы донести до жителей всего мира. Мы, как вид Homo sapiens, не понимаем нашей связи с другими видами и отрицаем эволюционную природу наших эмоций и поведения, забывая об этой природе, переоценивая тонкий и легко слетающий налет цивилизованности, мы теряем возможность контролировать зверя внутри нас. В кризисной ситуации мы теряем речь как средство общения, разрешения конфликтов и переходим к кулакам, ножам, зубам и бомбам. То есть мы откатываемся назад по эволюционной лестнице. Именно в этом и состоит невыученный урок Второй мировой войны и всех войн до нее. Очень легко объединить нацию по принципу «свой-чужой», так как это основа выживания стаи. К сожалению, очень легко внушить необходимость насиловать женщин, убивать мужчин и детей. Так поступают самцы многих приматов для того, чтобы облегчить распространение своих генов. Мы не любим считать себя близкими родственниками обезьян, поэтому мы не знаем, как остановить животные побуждения, возникающие у нас в кризисной ситуации. Для эмоционального благополучия членов стаи и члена человеческого общества необходимо считать, что стая и общество хорошее и правильное. К сожалению, эта базовая потребность может быть использована во вред нашему же обществу. Это происходит на наших глазах в России, где большинство жителей не верят в то, что русские солдаты убивают мирных жителей в Украине. Это происходило и раньше в Германии, когда жители не верили, что хорошие немецкие парни могли где-то зверствовать. Поэтому задача человеческой цивилизации – создать такой всемирный договор между странами, который бы не допустил возникновения новых масштабных конфликтов, выпускающих наружу звериные начала, спящие, увы, в каждом из нас, чтобы никто и никогда не захотел перекраивать границы стран, не смог повторять войны, чтобы хождение строем, кругом, по граблям наконец-то прекратилось. С праздником!